и не грамадзянская лірыка, а лірыка войны. И калі у 90-х годах я писал, и это те радки, где я згадывал слово война, те некие атрибуты военного часу, то, безумовно, я не думал, не сподевался, что мои тексты окажутся так близкие, да, уластно войны, да, реалий военных. А сегодня на осена, побач, зусим побач. Мы, безумовно, люди, у нас такая психика, покуль, говорят, непосредственно нас не зачапило, но, сдается, и не актуально, и нас про меня, об меня, але вот уже и наш узурпатор, который уже 20 годов вынищает все белорусское тут, навод он заявляет про что? Про максимые военные деньги. Я тут не говорю, насколько они реальные, но факт застается факт. Так вот, про то, что называется громадянской лирикой. В этом годе я тут присутничаю, человек, який помогал мне наведать Киев. Я неяк долго збирался и думал самоходом сам, а потом отрималась эта оказия, и мы съездили в Киев уже после того, как основные подеи на Майдане отбылись, а потом, и вот мы поехали, как бы уже на разбор, как мы думали, полетов, на разбор шапок, а оказалось, что все только починалось на Украине. И уже назад, когда мы вертались из Киева, группа наша белорусская, мы уже вертались с войной, с информацией про то, что у Крым вошли российские войски, Крым захоплен. Разумеете? И тогда народился такой верш. Тут учора сошлися у смертным двубои. Украинец Шевченки и советский хохол. И никто не хотел отступиться без бою. И стискали, кто пику, кто камень, кто ствол, аж покуль не порвалася нито терпенье. И пошел схит на захит, и бита на шлем, нехто стратил притомность, а нехто сумленье, позывные поблытавши с хвалей ФМ. И пошло, понеслося Мариинским парком, по Грушевского в улице, через Майдан, реха пошчак войны громадянской упартой, як з усходу на захад российский пропан. Вось яна булькає близко-близко у сонной артерии прухкого горла рывочками, что хвилинно истисла, каб душа не померла, кров моя и моих поколенняў, якія былі и жили тут, дае мне радость, життя и натхненне и право править кончальный суд. Дык что ж нам, бояться ж крыві життя дайной? Нехай расплешча на захад и усход, кипіць хай и пеніцца капитально, да помсты клічучы за свой род. А я напружу з апошнія сілы фронтальныя цягліцы рук і ног, каб нашы жанчыны шапталі мне мілы, але каб кожны свой дапамог. Мужчына, не, кроў не вадзіца, свая тым болей, але мы гатовы аддаць яе, калі паўстануць гонар і воля і вырвуцца пераможным крыкам з грудзей.